Здравия желаю, уважаемые подписчики и посетители сайта. Продолжаем опыты, значит. Сегодня мне удалось нарастить мощность на систему, значит, гибрид. Вчера, который показывал, значит, лампочка горит. За счет чего? Сейчас покажу. За счет того, что с лампочки снят матовый колпак, видите? И мощность нарастили. То есть лампочка не потребляет тока, вот это вот, через вот эту вот фигню. Регулятор, диммер. Значит, так. Сейчас я покажу, что... Вот на амперы ставим тут. Значит, сотая ампера есть. Сотая. То есть это не механический счетчик, как говорили рептилоиды. Это электронная фигня. Тут вообще нет, видите, ноль. Ставим ее вот сюда на провод. Как видите, ноль. То есть потребление ноль. Далее. Потребление на лампочку ноль. Так. С лампочки снят колпак. За счет этого увеличена мощность освещения панельки. Панелька на 30 ватт. Подвешена под лампочкой, видите. Значит, лампочка освещает панельку. И панелька подает ток. Ток выходит вот по проводу. По проводу. И значит, заряжает батарейки. Вот батарейки. От батареек светится ярко. Видите, как ярко. Фонарь на 16 светодиодов. То есть у нас и освещение есть. И еще зарядка идет. Сегодня, значит, как видите, освещение не яркое, но вполне видно все. Я закрыл окна специально, чтобы свет не выпадал. Это ярко светится. Это вполне нормально освещает. Видите? Тоже вполне нормально. Пришли, видите, такие кожухи. То есть вставляешь то, что я говорил. Вставляешь 4 батарейки. И не надо ни паять, не сваривать ничего, ни полоски, ничего. Соединил последовательно проводки и все. То есть заряжается батарейка от панельки. И светится лампочка одновременно, ярко. На 16 светодиодов. За счет чего? Сейчас покажу, за счет чего стало ярче. Вот видите. Вот. Сейчас получше покажу. Так. Снял кожух. Видите, лампочка. А вот кожух. А кожух-то матовый. Вот так вот был кожух. Вот так была лампочка. Он матовый, заглушает свет.
Значит, мы убираем кожух, и у нас на 30% больше, а значит и тока с панельки тока, видите, ярче светит, и с панельки тока больше на 30%. И здесь горит ярче, и еще заряжает батарейку. То есть система может работать. Подождем еще батарейки, будем заряжать. Сейчас пока старая. И продолжим опыты. Большое спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья. С наступающим Новым годом. И желаю исполнения всех желаний вам.